Собрание в Арк. О, мой первый Тирекс! В этой серии у меня тут скопилось большое количество гнили и наркоберри благодаря джентльмену. И я собираюсь организовать масштабное производство наркоты. Однако для успеха нашей команде не хватает только одного. Мексиканца. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Ark Survival Evolved, и приключения Power Дрища продолжаются прямо здесь и сейчас. Понеслось! Послушайте, коллега, я тут кое-что нашел. Мне неинтересно. Как вам известно, мы с вами зашли в тупик в этих раскопках. А мы из него выходили? И более того, финансы, полученные ранее от спонсоров, уже полностью иссякли. Нам даже не хватает на пропитание, и поэтому вам приходится давиться песком. Да, как и вам. Да, но мне-то не привыкать, ведь я пескан. Пескан? Так называют себя люди, которые не желают убивать животных и растения, а предпочитают питаться самой матушкой землей. Дальше можете просто не продолжать, так как я уже собрал свои вещи и готов отправиться домой. Найти нормальную работу. Мне очень тяжело это говорить, но я был рад с вами поработать. А теперь мой верблюд уже должен быть где-то здесь. Вот этот верблюд. Какого черта? Виноват, я съел его. Съели? Да, поначалу я был строгим песканом, но сорвался, признаюсь. И сожрали целого верблюда? Ну, в песке, оказывается, очень много паразитов. Поэтому приходилось кушать не только за себя. Этому кошмару просто нет конца. Бросьте, увлажняемый коллега. Уважаемый. У меня есть чем вас порадовать. Наши раскопки не закончены, потому что я нашел вот это. Друзья, вы не поверите, но мой дом все еще цел. Более того, он разрастается. Металлические фундаменты будут закрываться металлическими стенами. Блин, офигенный дом будет. Это рекордный дом для меня. Я чувствую себя таким матерым игроком уже, знаете? Я больше не испытываю эмоций. Я стал черствым, с просто непробиваемой кожей. Смотрите, я типа Тони Старк. Джарвис, и вот так, броня на мне. Добро пожаловать на мою крышу. Давайте я расскажу вам план, который у меня есть насчет нее. Во что я хочу ее превратить? Твою мать! Два Тирекса терроризируют мою поляну! Мою поляну, блин! Я, конечно же, не могу этого так оставить. Надо убрать их отсюда. Потому что я еще свой двор полностью не огородил стенами. Так, лемур, ты где? А, вот она ты. Всеобщая мобилизация. Вперед, солдат! Мув, мув, мув! Давай, рядовой лемур, занять позиции! Ага. Враг. Враг? Враг? Враг куда-то... Исчез. Как-то я предвкушал эпичную битву, и меня обломили. Я даже немного разочарован, если честно. Лемур? Как-то битва не удалась, да? Потомкам мы расскажем, конечно же, более красивую историю. Этой ночью мне не спится. До меня доносятся неприятные слухи. Дамы и господа... Сегодня пора платить аренду. Мне нужно C4 с каждого племени, которое хочет продолжать играть на этом сервере. И 50 C4 с каждого нового племени. Куда вы хотите, чтобы мы приносили C4? Бесплатные C4? Я сам приду к вам. Эти парни реально себя Ниганом возомнили. Но все равно как-то неприятно, да? Неприятно настолько, что... Смотрите, как много удобрений я произвел, пока читал их сообщения. Да, но вообще-то я новенький на сервере. Если вы новенький на сервере и еще не обосновались, то первая неделя в подарок. Я позволю вам заплатить в следующий понедельник. А я уже умею делать C4, но не для того, чтобы откупаться от них. У меня другие планы. Скорее всего, провальные. Не знаю, посмотрим. Часовой! Бди! Молодец! Бди без остановки. Ведь у нас могут быть гости. Строить новые слои. Все больше слоев вширь застраиваться. По мне, это единственный способ увеличить шансы на выживание. Ху! Yes! Новый левел, ребят! 73-й, господи! Да я просто нон-стопом прокачиваюсь. Давайте, думаю, здоровье нам нужно будет в этот раз. А теперь давайте застраиваться по полной. Ибо я хочу быть максимально готовым к их приходу. Часовой, ты как? Перебдела. Последний штрих и... Дом полностью запечатан. У меня еще большие планы на чердачок. У, кучка. Красненькая. Когда красненькая, там может быть что-нибудь прикольное. Чертеж ласты. У-ху-ху.
Зашибись, будем плавать, как русал. Могучий, великий, прекрасный. И что это за камень? Я нашел его, когда мы еще с вами были в пещере. Признаюсь, поначалу я хотел применить его на вашей голове, когда станет совсем голодно и придет пора тяжких решений. Но мы с вами выбрались, и нужда отпала. Вы хотели убить меня и съесть? Не вини игрока, вини игру, бро. А зачем тогда взяли камень с собой? На всякий случай. Какой? Если закончатся верблюды. Что? Но сейчас лучше воспринимать этот камень не как орудие хладнокровного убийства, а как новую возможность. Возьмите рукой за лупу и взгляните вот на эти символы. Это что, эмоджи? А? Ваши древние символы — это обыкновенные эмоджи. У вас язык заплетается или что? Нет, это эмоджи! Их используют для общения в соцсетях и в мессенджерах. Зачем я вообще это вам объясняю? Вы в каком времени живете? Позвольте, увлажняемый коллега. Уважаемый! Я очень современный. Иначе зачем, по-вашему, я купил эту клевую модную шляпу? Не думаю, что когда-нибудь скажу это. Но шляпа очень клевая. Действительно. А зачем вы показываете мне эти эмоджи? Потому что мне очень нужна ваша помощь. Какая? Я далеко не глуп, а очень даже близко умен. И я понимаю, что эти символы — это шифр, послание. Помогите мне его расшифровать. Это любой может расшифровать. Очевидно же, что это название фильма. Кто-то промотировал фильм в пещере. Погодите, вы хотите сказать мне, что этот код — это промо, и в нем содержится название кино? Да. И мы сейчас должны заняться поиском этого кино. Ну... Другими словами, мы в нашем кинопоиске должны расшифровать промокод с помощью этих символов и получить 2 месяца подписки на кинопоиске? Чего? Вы слышали его, дорогие телезрители? Расшифруйте название фильма и используйте его как промокод на сайте Кинопоиск и получите 2 месяца подписки Кинопоиск HD. Торопитесь, ведь количество промокодов ограничено. Подробности в описании. Ах ты, су... Я тут выработал эффективный способ грабить Кастеридоса. Все чертовски просто. Ставим ящик возле плотины. Поскольку дерево чертовски тяжелое, надо все в инвентарь по максимуму класть и просто потихоньку выгружать в ящичек, пока они не прибежали. Гораздо быстрее, чем бегать туда-сюда. Так, никто за мной не бежит? Нет? Повезло. Просто обычно они сразу бегут на тебя, и ты паникуешь, дозируешь там, сколько тебе нужно положить в себя дерево. А так сложил все, и пусть тебя даже убьют. Ты все равно потом просто придешь и из ящика все стыришь. Безопасно. Гениальный способ. Работает как часы, на ура. Без косяков. Я поторопился, друзья. Я вот неправильно сделал, потому что не поставил ящик. Блин, что-то я пока хвастался перед вами, забыл его поставить. У меня нет ресурсов для него. Сейчас он прибежит, меня отимеет. Так, сбрасываем. Сейчас быстренько настругаю себе и сделаю ящик. Блин, надо же такой косяк допустить. Благо, сейчас Кастеридосов нету в округе. Куда они все делись, кстати говоря? Крафтим ящик. Найс, бич. Ну так тихонечко складываем. Все, барахлишко. Как же много дерева, просто охрененно. Йо-йо-йо-йо, нет, пинают! Бобры пинают! Я еще не закончил. Хватай, все, я уже украл. Все, вы потеряли навсегда, просто забейте. Ладно, это часть моего метода. Тут без смерти никак. Знаете, что я думаю? Способ, конечно же, хорош. Но я думаю, что хватит грабить. Время эксплуатировать. Время приручать Кастеридоса, ребят, и сделать его своим бро. Бобро. О, вот и желающий уже лезет через нашу стену. Входи, не стесняйся, надо заманить его к нам. Посмотри, как мы тут классно живем, и почувствуй выгоду нашу. Давай, привлекай его, что он не идет, а? Хорошо, я знаю, как привести его в чувство. Welcome! О, черт, хорошо, он забежал. Я вокруг дома, и надо закрыть ворота срочно. Хорошо, мы его уронили, отлично. Будь уверен, гринго, вскоре я перевезу сюда всю свою родню. Только я на твоем месте не болтал бы с полным ртом наркоты. Что ж, пока приручаем... Строим! Да. Дорогая, представляешь, у нас теперь есть свой собственный раб. Ботник.
Дорогая, я отправился на работу. Ненавижу свою работу. Но иногда вот так смотришь просто на свой дом издалека и видишь, как много ты достиг. Это все сделано вот этими вот руками. Этот дом сделает нас счастливыми. Что это? Что это такое? Скальный Дрейк 216 уровня. Скальный Дрейк. Это с игроком, да? Это Шэдоу-лорды напали. Только у них может быть Скальный Дрейк, да? Но это по-любому игрок на меня напал, потому что, смотрите, мне придется ждать респу. Ё-моё! Он вообще из ниоткуда напал на меня. Просто охренеть. Не, ну к такому я совсем не был готов. Я вообще не знаю, как к такому можно быть готовым. У нас просто дом, а у него и Дрейк скальный еще вдобавок. Нападающий из ниоткуда. Жестокий мир, я иду снова к тебе. С такими монстрами. Мне вообще как-то неспокойно за своими стенами. Так, никого нет. Хорошо. Откуда же он напал и куда он делся? Все забрал, да? А, смотрите, нет, оставил. Почему он оставил все мои ресы? Они что, грохнули меня, чтобы просто послание донести? Быстрее, 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 это он! Слышали этот звук? Это он с таким звуком. Он на меня напал с таким же звуком. Что? Где? Где? Он где-то здесь, где-то рядом, блин. Прячемся. Прячемся в кусты. Короче, когда этот дракон летит, он издает вот такой звук ветреный, такой. И он, видимо, снова где-то рядом пролетел. Почему он не напал на меня снова? Овца Робис, вы видели что-нибудь? Возможно, граница и была нарушена. Но официально у меня смена кончена. Закон вернется во вторник. Во вторник? Во вторник. Ладно, я все равно сделаю то, зачем пришел. А именно камень добывать. Дом сам себя не достроит. Как он умудрился так незаметно подлететь и так незаметно улететь. Здесь огромный обзор просто. Дорогая, я вернулся домой. Не спрашивай, как прошел мой день. Хотя, знаешь, я был бы рад, если ты хоть раз что-нибудь меня спросила. А тем временем Кастридос приручился уже на 66,5%. Просто часы. Часы уходят на то, чтобы приручить эту тварь. И Пауэрдрыщ провел всю ночь возле своего друга Кастридоса. Он смотрел на звезды и любовался ими. Евгений, ты что, любуешься мной? Отвали, я сказал, звезды! Стройка продолжалась. После того, как Пауэрдрыщ подвергся жестокому нападению со стороны Шэдоу-лордов. Технически мы ник не увидели, но мы подозреваем, что это были они. Он вовсю занялся застройкой своего дома. Я сделал еще 3 секции вверх, и все они будут закрыты потолками. Рот, кажется, сейчас это произойдет. Кажется, сейчас это произойдет. Сейчас бобер проснется совсем другим. Давай, я... Что ж, и нарекаю тебя Кастридосом официально. Вот тебе паспорт, который я у тебя заберу, чтоб хорошо работал. Проходи в свой новый дом, Кастридос. А, ты дрожи, господи, мерзкий ты у тебя джентльмен. Напугал меня. Сюда, Кастридос. Я что, буду жить в гараже? Да, и с соседом. Смотрите, как уставились друг на друга. Евгений, кто это такой? Почему он в моем доме? Привет, меня зовут... Кастридос. Я расположусь тут. Конечно, входи, не стесняйся. Все, стой здесь, не следуй за мной. И не выходи никуда, пока я тебя не вытащу. Я должен сделать своему новому другу подарок. Он будет в восторге от него. Итак, седло. Волокно 200, кожа 290, слиток металла 100, солома 180, цементная паста 140. Этого всего предостаточно. Крафтить седло. Ты, блин, сейчас ты будешь катать меня. Давай, заднюю, заднюю давай. Смотрите, как я смешно выгляжу. Такой странный. Ты как будто себя раздавлю сейчас. Вперед, мой бобер. Почему такой громоздкий по сравнению с ним? Как он меня выдерживает? Все, выходим. Ай, молодец. Ну что, давайте проверим, как он справится. Пожалуй, начнем с кустов. Так, 7, 8, о-о-о-о-о. Слушайте, он и кусты хорошо забирает. Но нас больше интересует дерево. Что ж, пробный удар. 24, 72 120. У Кастридоса новый уровень. 40, 88, 136, 168, 208, 3... Да ладно, 304. Кажется, с ограблением плотин покончено. Прибавим тебе вес, конечно же. У нас все толстеют здесь. Я не верю, я это вот добыл сходу. Просто дав бобру чуть-чуть погрызть дерево. О, Кастридос, ты построишь мне просто непробиваемый дом. Что? Строить? Ну-ка, давайте посмотрим, сколько у него. О, как много дерева.
Джентльмен, кажется, ты бесполезный. Поэтому теперь ты сможешь заниматься всем, чем занимается интеллигенция. Выпендриваться и бездельничать. Черт подери, джентльмен, ты мешаешь, отойди. Я словно играю в модификацию GTA с динозаврами. Надо чуть-чуть свой внедорожник перепарковать. Вот чуть-чуть вот так, хоп, развернись. Туда-сюда, туда-сюда. Кажется, вот так нормально. Ах, блин, я опять внутри. Да чтоб тебя. Да, я почти, почти, давай. Ай, хорошо. Что это было сейчас? Не спрашивай, Кастеридес. Но ты вылез у него из... Просто не задавай вопросов, а ты со мной так же будешь делать. Нет, это наше особое отношение с джентльменом. Мой домик еще далек от совершенства. Надо много строить. Подъем, Кастеридес, пора работать. Давай, наружу. Опа. Какого хрена? Откуда все эти бобры? Они все засрали, весь мой двор засрали. Откуда вы все здесь взялись? Валите отсюда. Кастеридес, у меня к тебе вопросы. Да, я косплею Тирекса. И на этом мы с вами закончим играть в Ark Survival Evolved и продолжим... Надеюсь, очень скоро я буду стараться, чтобы следующая серия вышла как можно быстрее. Надеюсь, на следующей неделе получится. От всей души надеюсь, что вам, ребят, понравилось это видео. Я обработал очень большое количество материала, чтобы сделать из этого один маленький такой прикольный эпизодик. И если он вам вкатил, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забудьте про колокольчик. Все мои соцсети также посетите, они будут в описании под видео. И не забудьте разгадать шифр, который был в пещере. Бегите с ним на Кинопоиск. Будете 2 месяца пялить киношку в HD. Это же офигенно. Все подробности будут также в описании. Ну а мы прощаемся с вами. С вами был Юджин. И всем... И 5! Коллега! Какого черта? Зачем так кричать? О, я не знал, что вы здесь. Никогда так больше не делайте. Что вы хотели? Хотел узнать, что вы здесь. Поначалу я этого не знал. Теперь знаю. На этом все.